25 октября в Камчатском крае состоится региональный чемпионат по оказанию первой помощи. В данном чемпионате будет участвовать 16 команд из различных муниципалитетов. Это Елизово, Вилючинск и город Петропавловск-Камчатский. Ранее было во всех школах Камчатского края проведены мастер-классы по оказанию первой помощи. Победитель регионального этапа отправится на федеральный уровень и будет представлять там Камчатский край.